Россияне протестуют из-за блокировки Telegram. Многотысячную акцию организовали несогласные с решением суда и действиями Роскомнадзора. Тем временем официальная Москва готовится к инаугурации Владимира Путина. Церемония обещает стать не похожей на предыдущие. Список гостей главного политического события весны в России пока не утвержден, но уже известны имена некоторых высоких гостей инаугурации. Чего ждать от церемонии и в целом от нового президентского срока Путина, разберемся сегодня и расскажем, как изменился мир на этой неделе. В эфире из Астаны Гульнара Жандагулова. И Руслан Идрисов. Смотрите сегодня. Погибшие в Индии, пострадавшие в Иране и сразу 29 торнадо в США. Стихия бушует в разных точках планеты. Иран и Израиль. Обстановка накаляется. Как разоблачил Тегеран израильский премьер и почему даже в Сирии два государства воюют против друг друга? Нарушая традиции, без VIP-кортежа и с официальными встречами вместо игры в хоккей. Как пройдет четвертая инаугурация Путина? Северная Корея сверяет часы с югом, а Сеул не отпускает американские войска. Насколько мирный можно считать мирный договор двух Корей? Крокодиловая контрабанда. Груз с 50 рептилиями задержали в Хитроу. Зачем животных везли в английское графство? Начнем выпуск с трагедии в Индии. Там, по последним данным, жертвами песчаной бури стали 127 человек. Осложнила ситуацию сильный ливень и ураган. Еще 130 человек из-за разбушевавшейся погоды пострадали. И, судя по прогнозам синоптиков, жителям сразу нескольких штатов по-прежнему угрожает непогода. Поваленные деревья, обрушенные телеграфные столбы и разрушенные глиняные хижины. Так выглядят деревни на западе и востоке Индии после пронесшейся здесь мощной пыльной бури. Стихия убила по меньшей мере 127 человек. Больше всего пострадал штат Уттар-Прадеш. В городе Агра погибли 46 жителей. Я поранила голову, моя дочь повредила спину. У нас совсем нет денег, чтобы заплатить за больничные расходы. Многие потеряли жилье и ночуют на улице. В пострадавшие районы приехали чиновники. Они привезли гуманитарную помощь. Мы выдаем компенсацию в размере 4 лакских рупий семьям, которые потеряли своих близких. Отдельно будут выделены средства для возмещения ущерба. В одном из сел крыша дома полностью рухнула во время шторма, похоронив 4 детей. Старшему из них было 10 лет, а самому младшему исполнился всего 1 год. Жертвами были мои соседи. В эту ночь дети спали на крыше. Их родители спустили их вниз, когда они обнаружили, что идет дождь. Вскоре крыша рухнула, и боковая стена упала на детей, похоронив их под обломками. Родители позвали на помощь, но вся деревня оказалась бессильна против бури. Вытащить детей удалось только после того, как шторм стих. На неделе Соединенные Штаты пережили первый в этом году торнадо. Под угрозой оказались тысячи людей, проживающих в центральных штатах Америки. Пока нет никаких сообщений о том, что ураган нанес значительные повреждения, но сообщается, что угроза по-прежнему остается актуальной. В США сейчас находится наша коллега Аксауле Альжан. Аксауле, добрый вечер. Какая информация есть к этому часу? В Америке сейчас начало дня, так что доброе утро, коллеги. Я сейчас нахожусь в северо-восточной части страны, это город Бостон. Здесь в прямом смысле торнадо не было, хотя дождей и сильный ветер подпортили солнечную погоду, которая стояла здесь последние несколько дней. Основной удар пришелся на центральные штаты, такие как Канзас, Оклахома, Небраска и Миссури. Порывы ветра там достигают 45 метров в секунду. Сведений о пострадавших нет, хотя стихия нанесла ущерб нескольким фермерским угодьям и домам. Специалисты отмечают, что в этом году урон минимальный. Хотя посоветовали жителям запастись едой, водой и другими жизненно необходимыми вещами. Они могут пригодиться в следующие несколько дней, потому что по прогнозам ураганы еще будут усиливаться. Аксауле, а власти нескольких штатов были готовы к стихийным бедствиям? Местные власти были готовы заранее, так как такого рода ураганы – это ежегодное явление США. Обычно они начинаются в середине апреля, так называемые аллея торнадо, которая включает в себя еще такие штаты, как Луизиана, Арканзас, северные районы Техаса. В этом году эти торнадо начались необычайно поздно. Пока это вся информация.
Отметили, что американцы относятся к происходящему довольно спокойно. Заметно, что такая ситуация здесь явление довольно привычное. Астана. Аксауле, спасибо. Я напомню, на связи из США была наша коллега Аксауле Альжан. Мы продолжим. 10 журналистов погибли на неделе в Афганистане в результате серии терактов. Большинству репортеров не было и 30 лет. Взрывы прогремели в Кабуле один за другим в понедельник, 30 апреля. Ответственность за террористическую атаку взяла на себя афганская ячейка ТИГИЛ. По их заявлению, целью террористов были сотрудники афганской разведки. По данным международной организации «Репортеры без границ», еще 6 журналистов получили ранения. Это посягательство на сотрудников СМИ в Афганистане стало самым тяжким с момента свержения талибов в 2001-м. Жертвами террористов стали корреспонденты, операторы и фотографы разных телеканалов и изданий, как местных афганских, так и зарубежных, в том числе телеканала «Аль-Жазира» и агентства «Рейтерс». В тот же день в результате атаки террористов в провинции Хост на востоке Афганистана погиб 29-летний репортер британской медиакомпании BBC Ахмед Шах. В то же время в Кабуле в результате терактов 30 апреля погибли 30 человек, еще 50 получили ранения. На юге и востоке страны были убиты 13 мирных жителей, 16 пострадали. Когда я понял, что все в порядке, я взял камеру и начал фотографировать мертвые тела моих коллег, которые были на земле. Через 10 минут я почувствовал боль в своем теле, а затем заметил раны на моем правом плече от шрапнели. Ходят слухи, что нападавший был одет как репортер. Любая группировка, которая нацелилась на средства массовой информации, думает, что предатели, потому что не хотят, чтобы СМИ раскрывали истину. У журналистов есть только ручка и камера, чтобы рассказывать обществу. 105 человек пострадали и во время землетрясения в иранских провинциях Боэр-Рахмет и Кахигилуе. Ранее сообщалось о 30 пострадавших при землетрясении в районе населенных пунктов Сисехт и Ясудж. Землетрясение на юге Ирана магнитудой больше 5 баллов произошло в 10 утра по времени Астаны 2 мая. По данным метеорологов, эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах к северо-западу от города Ясудж. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Празднование традиционного еврейского фестиваля Лаг-Баомер на севере Лондона чуть не обернулось трагедией. В месте, где проводились ежегодные гуляния, возник серьезный пожар. Почти 30 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Наша коллега Игерим Кали по телефону из Лондона готова рассказать о деталях случившегося. Силы полиции были стянуты в лондонский район Стамфорд-Хилл, где преимущественно живет еврейское население, немедленно, как только поступило сообщение о возгорании. На место происшествия также прибыли несколько бригад скорой помощи. Пожарные боролись с огнем около 15 минут. Отмечу, что в праздник раскрытия тайной Торы евреи устраивают пикники, разжигают костры и стреляют из лука. Как говорят очевидцы, огонь вспыхнул после того, как несколько человек бросили в пламя свои мобильные телефоны. Таким образом, они отреагировали на публичную речь религиозного еврейского деятеля Рибе, который жестко высказался о вреде современных технологий. Однако, по другой версии, пожар спровоцировало некачественное топливо, которое подливалось для поддержания огня. Пока окончательные результаты расследования неизвестны. Сообщается только то, что никакого криминального или террористического следа в происшествии нет. И пока иранцы разгребают завалы, оставленные землетрясением, официальный Тегеран пытается отреагировать на обвинения Израиля. Бениамин Нетаньяху заявил, что израильской разведке удалось заполучить секретные документы, якобы разоблачающие иранское правительство. По словам Нетаньяху, документы свидетельствуют о том, что все это время Тегеран обманывал мировое сообщество и не заморозил свою ядерную программу. Израильский премьер отметил, что несколько недель назад в его распоряжении оказались 0,5 тонны бумаг из ядерного архива Ирана, которые хранились в неприметном здании в Тегеране. Секретные документы состоят из 55 тысяч страниц ядерной программы, а также 55 тысяч файлов на 183 компакт-дисках. Напомним, в 2015-м Иран согласился заморозить свою ядерную программу в обмен на ослабление режима санкций.
Выступлению израильского премьера против иранских властей предшествовало заявление Трампа, в котором он говорил о намерении разорвать ядерное соглашение с Тегераном, подписанное Обамой. Это намерение он даже обсуждал с Меркель во время визита канцлера в Вашингтон. Евросоюз же расторгать договор с Ираном не собирается. Однако Нетаньяху рассказал журналистам, что, заполучив секретные иранские документы, уже обсудил ситуацию с лидерами Германии и Франции. А в ближайшее время намерен отправить двоих представителей в эти страны, чтобы обговорить произошедшее детально. В Берлине уже подтвердили готовность тщательно проанализировать предоставленные Израилем документы. Эксперты называют действия израильской разведки дерзкой операцией. В Тель-Авиве, разложив по полочкам документы, заключили: проект Тегерана был заточен на разработку 5 ядерных боеголовок. Иранские лидеры постоянно отрицают, что преследовали цель получения ядерного оружия. Сегодня я скажу вам одно. Иран лжет. После подписания в 2015 году соглашения Иран стал наращивать усилия по сокрытию своих секретных документов. В 2017 году Иран спрятал свои архивы по разработке ядерного оружия в особо секретное место в Тегеране. Кроме того, Иран якобы готовился к ядерным испытаниям. Файлы уже передали спецслужбам США. Впрочем, конфликт между двумя старыми врагами, Ираном и Израилем, обостряется с тех пор, как Тегеран увеличил военное присутствие в Сирии. Известно, что Израиль нанес десятки авиаударов по иранским вооруженным силам в Сирии. Что касается заявления Нетаньяху, в Иране настаивают, что целью программы была лишь мирная ядерная энергетика. И, мол, ничего преступного секретные документы не раскрывают. Заявление Нетаньяху приобретает особый неоднозначный смысл с учетом того, что израильские парламентарии наделили премьер-министра и министра обороны правом развязывать войну против других государств. В экстренных случаях, заметьте, вот только какие, по мнению депутатов израильского парламента, случаи экстренные, а какие нет, не ясно. До этого момента для принятия подобных решений требовалось согласие всего правительства. Стоит отметить, что из 120 депутатов поддержали инициативу только 62. Хотя их голосов и хватило для внесения поправок в Конституцию. 41 депутат высказался против, остальные воздержались. Как отреагировали международные печатные издания на нарастающее противостояние между Израилем и Ираном, узнаем из обзора нашей коллеги Аиды Хайдар. Уверен, писали об этом много. Аида, рассказывай. Иран и Израиль действительно в центре внимания. Журналисты даже прочат войну двум государствам. До этого, надеюсь, не дойдет. Обо всем по порядку через несколько секунд. Итак, после пламенной речи Нетаньяху и его презентации с заголовком «Иран лжет», журналист издания Business Insider задается вопросом, как эта информация повлияет на план администрации Трампа по совместному плану действий, а также на престиж США в ее предстоящих переговорах по денуклеаризации Северной Кореи. Если Иран не пересмотрит ключевые условия соглашения до 12 мая, то Белый дом вернет санкции по собственной инициативе. По мнению автора статьи, своим выходом из соглашения Америка продемонстрирует силу и тем самым на примере Ирана четко даст понять лидеру Северной Кореи, что любые несоблюдения будущих соглашений превратят пряник в кнут. В то же самое время европейские союзники, которые подписали соглашение вместе с Россией и Китаем, ведут переговоры с Госдепом о дополнительных соглашениях, которые удовлетворят Трампа без изменения самой ядерной сделки. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что даже если Трамп решит выйти из сделки, это никак не отразится на хороших отношениях с европейскими партнерами. Конец цитаты. Washington Post в своей статье об ожидаемом денонсировании США ядерной сделки с Ираном приводит официальное заявление Белого дома. Изначально было опубликовано заявление о том, что информация разведки Израиля показала, что Иран имеет подпольное ядерное оружие. Но затем США быстро выпустили разъяснение, что использование глагола в настоящем времени – это ошибка. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности сказал, что в израильской презентации описывается программа Ирана по разработке ядерного оружия на 1999-2003 год. По словам Дэрила Кимбала, исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями, информация Израиля не новость. Тот факт, что Иран экспериментировал с ядерной программой, делает иранское соглашение еще более важным. Нелепо рекомендовать выход из соглашения, потому что это только развяжет руки Ирану. Конец цитаты.
«Я уверен, что все это было полностью согласовано с администрацией Трампа», сказал бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро, сотрудник Института исследований национальной безопасности. Он сказал, что информация была не новой, но вся эта ситуация выглядит как разведывательный переворот. Журналист Washington Post подчеркивает, что время презентации Нетаньяху, кажется, специально было выбрано накануне решения Трампа. Нетаньяху уверен, что Трамп сделает правильные действия для Соединенных Штатов, правильные вещи для Израиля и правильные вещи для мира во всем мире. Заявление Нетаньяху прозвучало на английском языке, как бы в знак того, чтобы его послание было услышано международной аудиторией. Крупнейшая авиабаза Сирии Т-4, скрывающая российские истребители, сегодня является фокусом новой потенциально катастрофической войны, но не между сирийским режимом и его внутренними врагами, а между двумя самыми опасными оппонентами региона – Израилем и Ираном, пишет The Guardian. Спутниковые снимки, снятые в апреле британским изданием, показывают, что удары Израиля по иранским силам, дислоцированным на Т-4, свидетельство прямой конфронтации между двумя странами. Бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин сказал, что шансы на эскалацию в полномасштабный военный конфликт в Сирии выше, чем когда-либо прежде. Без сомнения, Иран планирует реагировать. История с Ираном и Израилем в главных ролях, думаю, еще не скоро сойдет с первых полос зарубежных изданий. Что ж, будем наблюдать за развитием. А у меня все. Хорошей всем нам недели, коллеги. Аида, спасибо за интересный обзор. Мы продолжим. Другая ядерная держава, КНДР, тем временем переводит часы на время Южной Кореи. На прошлой неделе, напомню, лидеры двух стран подписали мирное соглашение после затянувшихся разногласий длиной больше, чем в полвека. Встреча на высшем уровне привела не только к серьезным договоренностям. На границе севера и юга начался демонтаж громкоговорителей, с помощью которых власти двух стран вели пропаганду против друг друга. И пока стороны избавляются от пропагандистского вещания, СМИ пестрят заголовками о совместном участии корейских сборных в различных мировых соревнованиях, южнокорейский лидер отверг вывод американских войск из своей страны. Мун Джи Ин объясняет это тем, что подписание мирного договора с КНДР и присутствие в стране военного контингента США между собой никак не связаны, а американские военные якобы защищают страну от возможного влияния сильных соседей Китая и Японии. К слову, в Южной Корее насчитывается 28,5 тысяч военнослужащих США. Присутствие американских войск как раз наследие войны между Севером и Югом, которая разгорелась в 1950-м и завершилась спустя 3 года подписанием временного перемирия. К другим темам. Россияне продолжают выражать протест блокировки мессенджера Telegram. Вслед за жителями Ирана, где тоже запретили популярный мессенджер, граждане России организовали акцию несогласия, делая характерные надписи на денежных купюрах и размещая их в соцсетях. Свободу интернету. Эту формулировку звучала и во время многотысячной акции протеста в центре Москвы. 7,5 тысяч человек, по данным силовиков, 30 апреля вышли на санкционированный митинг. Люди требовали отмены решения суда и критиковали действия Роскомнадзора. Куда бегут люди, когда у них дети травятся ядовитым газом в Волоколамске? Они бегут в интернет для того, чтобы рассказать о беде, для того, чтобы найти хоть какую-то помощь. Потому что все остальные способы влияния на власти и все остальные способы коммуникации между властью и народом, они в нашей стране, к сожалению, не работают. И мы сейчас защищаем вот то последнее, что есть у гражданского общества, то последнее, что у нас осталось. Точка в ситуации, сложившейся вокруг Telegram, судя по всему, еще не поставлена, а тем временем в Кремле готовятся к инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Источники, близкие к администрации российского лидера, поговаривают, что 4-я по счету для Путина церемония присяги пройдет в несколько неожиданном формате. Хотя вот по официальным данным, различия, если и будут, то незначительные. Наш обозреватель Жалгас Азгамбаев проанализировал все заявления, инсайды и домыслы и готов поделиться своим взглядом на ситуацию. Жалгас, тебе слово. Итак, 7 мая кремлевские куранты в полдень по Москве пробьют не просто так. С первых ударов в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца войдет вновь избранный президент России
Путин. Данная процедура для него не впервой, уже в четвертый раз. Но администрация президента решила внести некоторые изменения в инаугурацию 4.0. Пожалуй, самое главное, что по улицам Москвы традиционный кортеж Путина не проедет. Напомню, что VIP-кортеж всегда был изюминкой церемонии. А 6 лет назад проезд Путина вовсе начался с Белого дома, где лидер России работал премьер-министром. Тогда организаторы решили добавить сценарий зрелищности и динамику. Правда, несмотря на всю крутость, черный лимузин проехал по пустым московским улицам. Хотя вот эксперты говорят, что и без кортежа будет на что посмотреть. Ожидается, что сама церемония пройдет строго по протоколу. Но какой это протокол? Безусловно, четко чеканящий шаг солдаты кремлевского полка, красная дорожка главы государства, присяга президента и речь. Правда, в конце традиционный парад кремлевского полка Путин будет принимать не только в присутствии телеоператоров и фотографов, но и в окружении гостей, которых, кстати, в этом году будет вдвое больше. Это тоже новшество инаугурации 2018. Посетят ее больше 5000 человек. Жалгас, известны ли списки приглашенных и о чем, собственно, будет говорить Путин в своей речи? Гульнар, по сути, церемония инаугурации – это почти федеральное собрание, перед которым Путин выступил в первый день весны и рассказал о планах на ближайшие 6 лет. Тогда Путин говорил о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики, новом российском оружии и о многом другом. Скорее всего, и речь на вступление в должность будет похожа на послание. Ожидается, что Путин озвучит конкретные меры и планы по восстановлению России. В этот день также традиционно уйдет в отставку правительство страны. Что касается гостей церемонии, свидетелями инаугурации помимо министров, депутатов, деятелей культуры и других уважаемых людей, будут еще и волонтеры и прочие активисты, которые помогали Путину в избирательной кампании. Приглашение на церемонию также получила экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Ну а некоторые СМИ вовсе писали, что инаугурацию может посетить и Арнольд Шварценеггер. Впрочем, российские журналисты еще гадали над тем, чем первым делом займется Путин после церемонии. Интригу раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Если 6 лет назад он играл в хоккей, в этом году у президента России запланированы несколько внутренних рабочих встреч. В общем, несмотря на все новшества, главное внимание всех мировых СМИ 7 мая в любом случае будет приковано к Кремлю. Ведь инаугурация главы любого влиятельного государства – это всегда обсуждаемая и долгожданная церемония. Спасибо. Так что на майских праздниках будет на что посмотреть. Жалга, спасибо за обзор. Мы продолжим. Не за горами, судя по всему, и присяга премьер-министра Армении. Им может стать Никол Пашинян на неделе. Он призвал своих сторонников прекратить протесты с формулировкой «Мы все равно победим». Вместе с тем Пашинян заручился поддержкой партии республиканцев. И, судя по риторике, его кандидатуру поддерживает народ. Работа. Ну, во-первых, сегодня очень важный день, потому что, наконец-то, власти в лице фракции Республиканской Армении признали свое поражение и согласились на то, чтобы 8 мая, когда будет выдвигаться кандидат от оппозиции, они проголосуют за него. Бороться с трайбализмом, между тем, намерен президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Иначе говоря, никакой клановости в высших эшелонах власти. Об этом Жээнбеков заявил на встрече с жителями Иссык-Кульской области. Это был своего рода ответ на участившиеся в стране разговоры о назначениях в высоких кабинетах. Мол, ставленники Жээнбекова так или иначе имеют родственное или земляческое отношение к президенту. Бороться президент Кыргызстана намерен и с теми, кто, по его мнению, пытается расколоть страну на север и юг. Жээнбеков убежден, что это может привести страну к расколу, а разговоры об этом – дело рук подстрекателей. Известно, что долгое время в Кыргызстане соблюдалось негласное правило, согласно которому при президенте, родом с юга страны, премьер-министр должен быть уроженцем севера. При действующем политическом раскладе в Бишкеке этот баланс соблюден. А вот, поздравляя кыргызстанцев 1 мая, президент страны пообещал улучшить жизнь трудовых мигрантов, выходцев из Кыргызстана за рубежом. По его словам, вдали от родины они трудятся для благополучия своих семей. Приоритетными направлениями деятельности дипломатических миссий Кыргызстана за рубежом, по данным Жээнбекова, будет всесторонняя защита прав мигрантов и оказание им конкретной помощи. Еще один ближайший сосед Казахстана, Узбекистан, войдет в Совет сотрудничества тюркоязычных государств.
государств. Этой новостью с журналистами поделился президент страны Шавкат Мирзиёев на брифинге после встречи с турецким лидером Реджеп Тайип Эрдоганом. Мирзиёев отметил, что Ташкент примет участие уже в следующем заседании Совета, которое состоится в Бишкеке. Напомню, Тюркский Совет основан в 2009 году. До недавнего времени в нем состояли только Казахстан, Турция, Кыргызстан и Азербайджан. Между двумя странами было подписано 25 соглашений. До сегодняшнего дня с Узбекистаном не был подписан такой объемный пакет соглашений. Узбекистан богат надземными и подземными богатствами. На этих землях можно добыть все. Главное — приложить усилия. В этот новый период подъема Узбекистана Турция готова оказать ему всевозможную помощь. Новый международный морской порт открылся в Туркменистане на берегу Каспийского моря. Он включает в себя паромный, пассажирский и грузовой терминалы. Открытие нового порта прошло пышно и сопровождалось массовыми торжествами. Гурбангулы Бердымухамедов обратился к странам региона, предложив услуги порта. В туркменских СМИ пишут, что решение о его строительстве продиктовано внутренними потребностями. Власти Туркменистана надеются, что современная портовая инфраструктура даст мощный импульс национальной экономике и привлечет инвестиции. Впрочем, открытие порта в Туркменистане обсудим с экспертом. На связи с нами заместитель директора Центральноазиатского института стратегических исследований Фархот Аминжонов. Фархот, и все-таки повлияет ли, на ваш взгляд, открытие порта в Туркменистане на рынок в целом? И, в частности, понесут ли какой-то убыток казахстанские бизнесмены? Фархот, вы в эфире. Спасибо большое за вопрос. На самом деле порт, насколько я знаю, уже построен, вот, и Туркменистан утверждает, что это один из самых больших. Если по совокупности, конечно, в Азербайджане несколько портов, они гораздо больше, чем порты в Туркменистане. Так вот, касательно вашего вопроса. Туркменистан начал строительство этих портов еще этого порта в 2013 году. Тогда ничто не сулило в экономическом кризисе, и поэтому он запланировал порт такого масштаба. Вот. Однако мы сами знаем, какая ситуация сейчас в экономическом плане в Туркменистане. И поэтому, когда мы говорим, хочет ли правительство Туркменистана конкурировать с Казахстаном или как-то нанести, может быть, и не ущерб, но себя в лидерство вывести. Я думаю, тут основная причина – это решение экономических проблем внутри Туркменистана. Вот. В Казахстане точно так же существуют порты. Например, тот же самый Актауский порт, он не работает в полную мощность. Вот. И Туркменистан, построив самый большой порт, сейчас главный вопрос – как его заполнить. Если они надеются на Китай и китайскую инициативу, я думаю, это не самый хороший вариант. Китай будет выходить в Европу через Казахстан и Актауский порт Казахстан. Это логистически гораздо удобнее. Тут они не конкурируют. Фархот, спасибо. Я напомню, на связи со студией был заместитель директора Центральноазиатского института стратегических исследований Фархот Аминжонов. И в продолжении темы экономики. Табак, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, белье, обувь и фотокамеры. Все это теперь подлежит маркировке в России. Таким способом россияне борются с контрафактом. В рамках ЕАЭС уже маркируются меховые изделия. С помощью радиочастотной метки можно отследить путь товара от производителя до потребителя. Впрочем, подробнее обо всем этом расскажу в экономическом обзоре. Итак, с марта 2019 года обязательной станет маркировка табака, с июля обуви. Остальные категории планируется начать маркировать с 1 декабря 2019 года. Впрочем, вот как все это будет происходить и как можно маркировать такие товары, пока плохо представляется. Ну, возможно, будут применяться бирки с QR-кодами, а может, нанометками, зависит от стоимости товаров. Все расходы по маркировке лягут на плечи производителя. Операторам единой системы маркировки
блокировки назначен Центр развития перспективных технологий, а принадлежит он структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации Ростех и управляющему партнеру Алмаз Капитал Партнерс Александру Галицкому. Из-за маркировки цена товара может вырасти где-то на 10%. Об этом высказались уже сами производители, пишут ведомости. Сами участники рынка надеются на консультации с правительством в этом вопросе. Ведь есть продукция, с которой ранее экспериментов с маркировкой не было. Это касается духов и туалетной воды. Гульнар, спасибо. Интересный был обзор. И к другим темам. Живых крокодилов обнаружили в британском аэропорту Хитроу. 50 рептилий уместили в 5 коробках. Правда, из-за тесноты они стали нападать друг на друга, и одному из них выжить не удалось. Животных везли из Малайзии. Крокодилы должны были обосноваться на ферме в графстве Кембридшир. Правда, задержались бы они там ненадолго. Их участь была предопределена. Из крокодилов должны были приготовить экзотические блюда. Сейчас животных уже отправили на родину. На следующей неделе мир почтит память павших в боях Второй мировой. 73-я годовщина победы над фашистским режимом объединит людей в разных городах планеты. Возложение цветов, шествия бессмертного полка, парады победы. Мы желаем вам хороших праздников. Увидимся, как обычно, в следующее воскресенье. И обсудим, как изменился мир за неделю. На сегодня все. Берегите себя. До свидания.